Строительство нового здания городской клинической больницы номер 2 города Гродно – очередной важный шаг на пути повышения качества жизни и доступности оказания медицинской помощи людям, получения широкого спектра диагностических услуг, лечения и реабилитации пациентов, создания условий для активного долголетия граждан. Послание обращается к потомкам, которые откроют его через много лет, с призывом беречь Беларусь так же горячо и самозабвенно, как и мы. Нет, вам спасибо, Гродненцы, вы просто молодцы. Мы будем делать все, чтобы вы были счастливы, особенно женщины. Держитесь вместе, не ссорьтесь только, всего у нас хватит. У нас земли достаточно, а когда есть своя земля, тогда жить будем нормально. Вы туда посматриваете, ходите, смотрите, можете заехать, что-то купить, но помните, что потеряете опору и корни свои здесь. Беда. Вот рванули некоторые туда, а сейчас закидали комиссию эту у шведа заявлениями. Хотим вернуться. Ну, рассматриваем, смотрим, что он там натворил. Свое надо ценить, чтобы потом не проситься обратно. Конечно, людей жалко. Мы видим, они радовались тогда в социальных сетях. Все показывали себя. А сегодня мы берем эти сети и смотрим, кто чем занимался. Кто там в первых рядах шел и готов был убивать с ножами, топорами, ну, а кто-то очумел просто от пандемии и прочее. Ну, люди должны иметь право на ошибку. Поэтому создана эта комиссия и продлили ее полномочия. Людей надо, те, кто понял, осознал, их надо, конечно, возвращать к жизни. Но только не для того, чтобы разрушать нашу жизнь. Поэтому мне часто говорят: вот поляки, притеснение. Я им сразу говорю: ребята, успокойтесь. Здесь мои поляки. Я за них отвечаю. А там, по ту сторону границы, ваши поляки, вы с ними работаете. Ну, простые поляки, к нам хорошо относятся, и литовцы. Понимают нас, хорошо относятся. И мы должны по-белорусски вот так. Должны быть такими гибкими, аккуратными. У меня двойного дна нет в политике. Вот вы услышали, я сказал, значит, будет так. Будет так, как будет выгодно нашим людям. От Гродно до Орши, где я родился. Спасибо. Спасибо. Спасибо, ребята. Спасибо. Ну, спасибо вам за то, что вы приехали к нам на именно такой назначенный. Я готов приезжать постоянно, если будет такие. А, чтоб только камни собрали и все будет. Ну, камни это частное, но вообще у нас коллектив и руководители, и всех прекрасно жить. Губернатора приняли вы? Очень. Так он наш. Почему? А не мой, значит. Нет, он наш. А я думал, мой. Он был во временной командировке у вас. Это правильно. Вы должны понимать, что для меня более солидной должности, чем губернатор, нет. Губернатор для нас как батька. Он верги не учил. Я рад. Спасибо вам. Спасибо. Всего доброго.